Привет, друзья! Вот от этой точки я нахожусь, это город Райворон, Кировоградская область, да, от этой точки. Где-то примерно километр, ну даже полтора, грубо говоря, возьмем. Там есть у нас железнодорожный мост, и за железнодорожным мостом, значит, вдоль железнодорожного моста, значит, протекает река Южный Буг. А за мостом уже начинается как бы Винницкая область. И оттуда идет жила, значит, природного газа. Эту жилу взяли, значит, с Винницкой области. И по поселку, ранее он был поселок села Гайворон, а сейчас его объединили в город Гайворон целый, и это получается западная точка города Гайворона. Там уже завели газ. Но мы, жители вот сюда приближенной зоны, этого газа, как бы сказать, не получили. Почему не получили? Потому что, говорят, жители западной части ходят слухи о том, что не хватает давления. Возле моста ранее у нас было, друзья, газовая, это самая подстанция, где привозили привозной природный газ. Этот газ перекачивали, и, значит, там была газовая служба, закачивали его в баллоны и развозили по району. Но неужели нельзя было, как бы сказать, подключиться до этой газовой станции? До этой газовой станции там есть, допустим, сделать компрессорные установки и завести газ сюда дальше. Сейчас мы пройдем по улице, да, по улице, и вы сами убедитесь. Вот, все на дровах. Нигде ни трубы газовой нету. Друзья, ни единый дом не газифицирован. Вот он. Все дома на печном отоплении и на электро. Вот так. Дрова, уголь, электро. Вот, друзья, посмотрите, видите, ни одном из дома нету труб газовых, которые могли бы идти к дому. Это мой переулочек, где мы проживаем, где мы провели детство. Вот. Люди залазят колоссальные борги, ставят вон электро... эти самые батареи солнечные, чтобы как-то поддержать это самое свое тепло в домах. Вот до чего докатилась матушка Украина. Жаль, конечно, жаль. Это дом моего друга Ромы Борисовича. Нету Ромы Борисовича на рыбалке.